Выпьешь? В этом заведении я с таким же успехом могла бы пить помои. С Имлерихом ты все придумал или Цири? Я. Обычно ты врешь гораздо менее убедительно. Если ты собираешься... Я собираюсь сказать, что то, что ты ее защищаешь, очень мило. И ты правильно сделал, что поехал с ней. Я думал, ты будешь в бешенстве. Из-за чего? Что ты поддержал Цири в ее решении? Что вы сражались плечом к плечу и победили? А если бы мы проиграли? Мы бы сейчас не разговаривали, а женская часть континента утонула бы в слезах. Вы победили, так что не стоит говорить о том, что было бы. Что с ложей? Кто-нибудь согласился нам помочь? Боюсь, наши шансы быстро тают. Времена опасны, особенно для чародеек. Каждые 5 раз подумай, прежде чем подставить за кого-нибудь шею. Впрочем, сейчас не время и не место для таких разговоров. Крис расскажет тебе больше. Что ты делаешь в этом прекрасном месте? Я узнала, что Маргариту держат в Оксенфуртской тюрьме. Еще я разыскала человека, который из нее бежал. Скоро он должен здесь объявиться. Ты знаешь что-нибудь об этом беглеце? Я знаю только, что никому, кроме него, не удавалось сбежать из Дейр. И что его ищет теперь стража со всего города. И ты думаешь, ему можно доверять? Сейчас узнаю. Он как раз пришел. Аббат Фари? А кто спрашивает? Нам надо поговорить. Зараза. Лучше его догони. Эти люди уже совсем одичали. Ты откуда пришел? Эй, осторожно! Тебе ждет смерть от отравления. Холера, на лестницу влез. Кажется, меня ожидает прогулка по крыше. Я думал, ты с ним договорилась. Я сказала, что я его нашла. Чего вы от меня хотите? Пустите меня! Спокойно. Нам надо поговорить. А потом стилет под ребра и в канаву? Посмотри на нас. Разве мы похожи на бандитов? Ну, не очень-то. Вот именно. Кроме того, ты для нас гораздо ценнее живой, чем мертвый. Значит, вы меня не тронете? Нет. Просто расскажешь нам кое о чем, а потом пойдешь восвояси. Ну, коли так, будь по-вашему. Только давайте-ка вернемся в Хромоножку, чтоб на улице не стоять. Вино пойдет тебе на пользу. Спасибо. Чего вы хотите? Попасть в Дейру. Идите к охотникам и скажите, что практикуете чары. Тут же там окажетесь. Мы должны это сделать так, чтобы никто не заметил. Расскажи, как ты бежал, и пойдешь своей дорогой. Кажется, Дейра охраняется лучше, чем крепость Викаваро. Они набирают стражу из охотников за колдуньями. Худшие отбросы, дикие фанатики. Вы бы видели, что они с людьми вытворяют. Каждый день пытки, колесование. Покой был только в праздники, когда они напивались до беспамятства. Им можно пить на службе? Вроде нет, но сами знаете, как оно бывает.
Говорят, что из Дейры выходят только трупы. Так говорят. Тогда я подумал, а почему бы не попробовать? Но останки сжигаем. Начали сжигать, когда поняли, что я, старик, от них сбежал. Раньше покойников сбрасывали в большую яму. К яме этой примыкает канал, а он ведет к реке. Добрался до реки, считай, свободен. Значит, теоретически мы можем войти тем самым путем, которым ты вышел. Если только нам не помешают разлагающиеся останки. И если вы протиснетесь через решетку, после моего побега проход закрыли решеткой. Решетки можно взорвать. Чтобы нас услышало полгорода? У меня есть мысль получше. Аксенфурт построен на эльфских руинах. А те, в свою очередь, наверняка где-то соединяются с каналами. Если мы найдем проход, то проникнем внутрь тюрьмы. Ты говоришь, что притворился мертвым, и никто не догадался. В молодости я был подмастерьем аптекаря в Серебряном городе, так что в травах немного понимаю. В моей камере рос сонный гриб, а во дворе я собирал волчьи ягоды. Растер я это дело и съел за час до вечернего обхода. Это могло стоить тебе жизни. Если уж умирать, то на своих условиях. Видишь? Ничего страшного. И еще совет напоследок. Смени карчму. Здесь все знают, кто ты такой. Спасибо. Что бы вы ни задумывали, надеюсь, у вас получится. Мы тоже. Бывай. Интересные он вещи говорил о стражниках. Точно. Подпоить хотя бы нескольких, и все пойдет гораздо легче. Попрошу Золтана этим озаботиться. Встретимся позже, на Аксенфуртском мосту. Чего-нибудь особое. Мой ухей, как пьяне. Ну и пусть льет. Чем-то здесь смердит разлагающееся мясо. Человеческое. Золтан! Да! Маргариту держат в Дере. У нас есть план, как ее оттуда вытащить, но нам понадобится твоя помощь. Что делать? Погрузи на телегу столько Макакамского, сколько сможешь, и езжай в Оксенфурт. По сигналу Йеннефер ты проедешь мимо ворот тюрьмы и угостишь стражника. А, понимаю. Дармовая выпивка каждого соблазнит. Только это, Геральт, ты же понимаешь, что это чутка рискованно. Поэтому я здесь. Только тебе я и могу доверять в таком деле. Если такое дело, добро. Я что-нибудь придумаю. Можешь на меня рассчитывать. А ты куда собрался? Я встречаюсь с Ян. Она обещала найти вход в руины под городом. Главное, не попадитесь. Досадно будет зазря просрать столько Махакамского. Спасибо за беседу. До свидания. Какую погоду и счастье на свете. Служба.
как все скверно. Они не сумели выбраться из Новиграда. Здесь они дали последний безнадежный бой. Уличные предсказатели, хироманты, травники, заклинатели амулетов. Еще не всегда пользовались их услугами, но никогда им не доверяли. Тот, кто может узнать чужие страхи и слабости, всегда вызывает недоверие. Вольный город Новиград стал для чародеев ловушкой. Торговцы и ремесленники, затаив дыхание, наблюдали, как к магам, которых они так презирали, идет смерть. Они не ожидали, что чародеи выйдут ей навстречу с оружием в руках. Ты нашла вход? Даже несколько. Ближайший в колодце, недалеко отсюда. А ты про помощь договорился? Золтан ждет твоего сигнала. Начнем. К делу. А если стражники знают о проходе в развалинах и поставили там стражу? Не знают. Ты так уверена? Иерархи Новиграда делали все, чтобы стереть память об эльфском прошлом города. Даже если кто-то помнит, что руины существуют, никто не знает, куда они простираются. Тем более, никому не придет в голову ставить там стражу. Надеюсь, ты права. Пришли. Еще недавно колодец был закрыт камнем. Согласно эдикту иерарха Хемельфарта, изданному больше 10 лет назад. Но я нашла пару сильных и отзывчивых прохожих, которые за небольшую плату любезно согласились убрать валун. Держи. Что это? Воспользуйся этим, когда найдешь Риту. Так я смогу понять, где именно ты находишься. Ты не пойдешь со мной? Продираться через руины и каналы я предоставлю специалисту. Ясно. Ты предпочитаешь прийти на все готовое. Снова мокнуть. Механизм сломан. Не хватает какого-то элемента. Может, его удастся чем-то заменить?
может пригодиться. Подойдет. С виду стена хрупкая. Вечный огонь! Классишь на службе? А кто мне запретил? Ты хоть знаешь, кому дерзишь? Что происходит? Маргарита. Кто? Кто там? Геральт? У меня уже галлюцинация. Я вытащу тебя отсюда. Бесполезно. Без ключа не открыть. Начальник стражи носит ключи при себе. Его комната наверху. Я скоро вернусь.
Стражники пьяные. Если меня увидят, шуму могут наделать больше трезвых. Как угодно. Живым. Блять, не научитесь. Ты делаешь? Сейчас здесь будет я. Рита, что они с тобой сделали? Когда я достану этих уродов? Я с удовольствием тебе помогу, если доживу. Надо забрать ее отсюда. Немедленно. Я не пройду через портал с вами двумя. Тебе придется выбираться самому. Идите. Я все равно не люблю порталы. Любишь серебро, да? Бери ее!
Наконец-то. Весь твой план пошел в жопу. Почему? Как только ты устроил резню во внутреннем дворе, они тут же ринулись туда. Пришлось их задержать привычным способом. Одному? Всех? Тела-то где? А на телеге. С тех пор, как мы с Лютиком управляем корчмой, я здорово наловчился пьяных грузить. Кстати, ты со мной вернешься? Или у тебя есть дела по дороге? Эскорт тебе, ясен пень, не нужен, так что я вернусь пешком. Добро. Увидимся у Лютика.